вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі, і са святам усіх, рмау. Не-не, вы не подумайте, сябры, что я пропустила Новый год и віншую вас с тем, что уже отбылося. Сегодня я прымаю віншаванне с іншым святом, тому и стол накрыла, да еще сюрпризы розные подрыхтавала. Рмау! Чую, сюды идут Яночка и дядуля Добродей. У нас у котинок вельми вострый слых, тому я почула их першей. Усё, сябры, я хаваюся, сюрпризы починаются. Только не рассказывайте, коли ласка, дядулю и Яне, что бачили мяне. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. Привитание, сябры. Ой, а кто у нас так чудовно стол накрыл? Это ты, Яночка, господынька? Не, дядуля, я этого не робила. Может, тогда эта Надейка вырашила нам свято подолжить и таки приемный сюрприз зробила. Не, дядуля, Надейка так за Новый год стомилась готовать, что полетела до своего сябра Карлоса на крыху отпочить. Обяцала вернуться только завтра. Ну, тогда, может... Ой, дядулечка, вы чули? Что чул, моя кветочка, что? Сдается, хтось у нас в покое мяукае. Кто же это может мяукать? Никто у нас не мяукает, тебе подалось. Мяу, мяу, мяу. И зараз скажете, дядуля, что мне подалось? Не, зараз я и сам докладно чу мяуканье. Яночка, чу-чу. Да что, отрымливается до нас у гости завитал котик? Отрымливается так, так. Кс-кс-кс, котик маленький, выходь сюда, где ты? Не выходить. Бедненький. Ага. Ён напэўна напалохаўся и схаваўся. Дядулечка, пойдем отшукаем котика. Ён же, думаю, яшчэ и голодный. Кис-к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 ис. Где ж ты? Где ты, котик? Пакуль все иде выдатно. Мой сюрприз отрымливается. Сябры, вы ж памятаете, что мяне не бачили? Ой, все, Яночка, о, посяджу, трошки отпочну, а то стомился шукающий котик. Добро, посядите, дядулечка, только недолго, бо треба протягивать пошуки. Ой, Яночка, записка у нас на столе, чомусь раней, я ее не бачу. Гости запрошая нас частоваться. Ага. Мяу-мяу-мяу. О, чула? А, Яночка, знов наш небашный котик. А, я зрозумела. Котик нам и стол накрыл. Думаешь? Упэўнена. Цікава. Ну, коли запрошаюсь, будем частоваться, так? Мяу-мяу-мяу. Частуйтеся, не хвалюйтеся, загадки отгадывать рыхтуйтеся. Дядуля, ага. А это кто кажа? Ну, я кто? Наш сегодняшний сябар котик вырашил с нами погулять. Да что, дядуля, будем загадки отгадывать? А чому б и не? Я загадки люблю. И я люблю. А еще давайте у глядачоў допомоги попросим. Ага. Сябры, коли ласка, слухайте уважливо загадки и отгадывайте разом с нами. Вы готовы, сябры? Починаю я тады. Готовые, готовые. Слухаем уважливо. Белая грудка, белые лапки, хтось маленький гуляю у загадки. Ну, белая грудка и лапки могут быть шмат у кого. Тады далей слухаем. Попросим у нашего небачного гостя. Поважаный небачный сябар наш, коли ласка, протягивайте свою загадку. Кто размотал для вязания клубки и повострил об диван кипцюрки? Сдается, я начинаю догадываться, кто может так сваволить. Але загадка такая чудовная, хочется дослухать. Тады давай попросим нашего небашного гостя протягивать. Кто на фиранце тут сегодня катался, с маминой вазой бесстрашно гулялся? Ага. Стоп! У
усё. Зараз я докладно ведаю, про кого иде размова. Ага. Можно отказать? Отказывай разом с нашими глядачами. Як там было с початку? Белая грудка, белые лапки, котик маленький гуляю загадки. Як приємно погуляли і загадку отгадали. Ага. Дякую, наш небачний гость. О. І за накритий стол, і за цікавую гульню. Так, а зараз нашому небачному гостю саме час показаться. Ой, справді, ага. Покажися, коли ласка. Ага. Ми так хочемо з тобою познайомитися. Ну так. Добрий вечір, Рмал. Як сподобався вам мій сюрприз? Рися! Ой, привітання, Рися! Справді, чудовий сюрприз! І ти, Рисічко, така пригожа! Вирішила протягнути відзначати Новий год? Ти, Яночка, амаль здогадалася. Сьогодні я справді відзначаю Новий год, тільки незвичайний. О. А який? Ага. Сьогодні відзначають Новий Мяу-год усі котіни. Мяу-год, кажеш? Менавіта. Сьогодні з Новим Котіним Годом можна повіншувати і мяне, і усіх великих, і маленьких, пухнатих, і граціозних, жартаўлівых і сур'ёзных коцікаў, якіх вы, сябры, ведаеце. З задавальненнем віншуем цябе, Рыся! І вы, маленькія, віншуйце сваіх коцікаў і частуйце іх чым-небудзь смачненькім. Ды і вы частуйцеся, сябры! Ага. Я ж старалася, стол ага. накрывала. Давайце разам частавацца і мультик глядзець! Ага. З задавальненнем! Рмал! Глядзім! Дякую, Рися, за чудовий вечір. Так. Усіх котиних я ще раз віншуємо з новим мяу-годом. А зараз, мої дороженькі, час чистити зубки, мити тварики і кластися спать. Усім пригожих, святочних і пухнатих снов. Рмау. Вочки закриваються, сни казки починаються. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.